не останавливать этот поток, не блокировать, а продолжать его. И мы сейчас напьемся шухи и продолжим на гвоздях. А хочу вообще по потоку познакомиться. Берите в руки, познакомьтесь. Можем пару слов про себя рассказать, так что мы не все знакомы, или просто забыли, что мы знакомы. Вот, меня Виктор зовут, назвали так, 37 лет назад. Вот. Живу тем, что наблюдаю за этой жизнью и очень стараюсь по-честному благодарить и приумножать это благо. Которое я ищу вовне и внутри себя. Вот. Лет 15 искал тех, кто ярко светит, вообще счастливых людей, и иногда даже подходил и спрашивал, получается, как вообще. Иногда просто наблюдал, сидел, искал эту форму, пока не понял, что она внутри. Вот. И, но заметил, что некоторые действия помогают этому потоку раскрыться более ярче. Собрать точку сборки, где мы вспоминаем, кто мы, зачем мы здесь вообще, чем мы сюда пришли и вообще, что дальше делать. Вот. Этим и делюсь. Есть какая-то общая формула радости? А? Если у многих людей спрашивают, какая-то общая у них формула связующая? Что радует? Ну да. Ну вот, что понял, что это не внешнее. Это изнутри и то, что приглашают. Это как бы выбор человека, как реагировать. Ну, по сути, радость — это тоже реакция. Да, там эндорфины, там адреналины, всякие штуки этому помогают. Просто дают поток энергии, и человек такой, куда направляет? В агрессию или в радость? Там, в злость, например, или в счастье. Это уже как человек сам себя научит по жизни, как ему реагировать на это. Какой тип вибрации ему давать, на каком, каким голосом его петь вибрационным образом стоять, какой танец ему танцевать. Передача на эту тему, все вместе как бы дополняет. Это больше как, знаешь, подготовка внутреннего пространства для приглашений. Ты, знаешь, что убрался внутри, красоту навел, там везде, вот как Юра сегодня, да, с утра там ковер пропылесосил, здесь да. Все это тут добьем, чтобы мы пришли просто, да, да. Такие вот уже классные. Так же вот эта практика, она по сути то же самое делает. Ну, выбирает лишние предметы, которые уже не нужны. Иногда может капитальный ремонт сделать, там, снести стену, это, чтобы было видно, как красивый лес там или море. И занимаешься, все, ты уже через час такое ощущение, что как обновленный мозгами и душой как-то человек. То есть и мысли другие, и какое-то вдохновение, желание. Ну вот банально от этих упражнений. Практик каких-то, не знаю. Я сейчас вот лично ищу. И я о перкуссии в данном случае. Ежедневно нахожу, понял, вот, творчество вообще выше акта человечества. Вот, максимально то, что может, вот, максимальная ценность человечества, как я вижу, это творчество, которое он после себя оставит. Я так понимаю, что творчество дает человеку вот эти тонкие как бы тела, да, они получаются прокачанные. Без тонких тел, получается, человек начинает и болеть, и депрессировать. То есть в этих тонких телах, вот эти вот радости жизни, ваши упражнения, дела, какие-то хобби, которые вас приводят в свой личный дом, я не знаю, там, где вы себя нормально чувствуете с собой. Да, восстанавливает. Одно и то же может тебя 20 лет подряд, ты будешь брать инструменты, карандаш в руки. Вот это вот неделание, которое в повседневности ты можешь забыть, оно тебя возвращает к себе. Да, да. Кот, подожди. Кто победил, тот бульбулятор. Кот. Ой, хорошо. Ради которых там посвящение нужно сидеть 25 лет для мастеров под елкой в Гималаях, там, или еще там, все штуки. Вот.
но при этом, если нет энергии, то и нет этого важно. Ну, вот если устал, там, или еще что-то, ну, или расстроился, или запретил себе что-то, или кто-то наругал, ну, что-то как-то оскорбили, или так сказали, ты плохой человек, ты плохой человек. Ну, не знаю, для меня конфликты и агрессия, и вообще непонимание были много лет почвой для творчества.